Ну, всем привет, с вами я, Оксана Майкова. Что я делаю? Помогаю своим ученикам и клиентам инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. То есть как сделать так, чтобы недвижимость с самого начала, при покупке, при выборе недвижимости, вы уже думали о том, сколько вы сможете на ней заработать. Я имею в виду не в том плане, что вы там будете ее сдавать в аренду, и это тоже, а в том, как меньше заплатить при покупке. То есть для того, чтобы понять, сколько что стоит, нужно разведывать местность, нужно смотреть. Вот смотрите, мы сейчас готовим хаш, то есть это вот группа такая у нас есть. Ходим по горам в воскресенье. Ну, кто меня смотрит, вы, наверное, знаете. И вот так вот до того, как начать идти, когда приедет группа, мы готовим. То есть мы ставим знаки всевозможные, да, расставляем точки отсчета. И вот так вот продвигаемся от точки к точке. То есть при этом ставя ложные знаки и так далее. То есть вот мне бы хотелось сегодня говорить именно об этом. Именно о том, как планировать, как делать грамотно выборы, как готовиться к покупке недвижимости в Испании и вообще в любой другой стране. Вот смотрите, когда составляешь план, да, вот план, мы ставим точки. Да, ставим точки. Смотрите, точки. Почему вы хотите? Зачем вам нужна недвижимость? Для каких целей? Дальше по какой цене? Ну и так далее. То есть четко прописываем цели. То есть порядка 40-50 вопросов, особенно если вы составляете резюме для агента по недвижимости. Это очень важно. И смотрите, какая штука. Очень важно, кто идет впереди вас, кто вас ведет. Если мы не готовимся, ничего не делаем для этого, то нас ведет риэлтор, нас ведет продавец. И у него четкая цель, он четко знает, куда он нас ведет. Знаем ли мы, куда идем мы за ним и каким будет финал. То есть моя задача подготовить вас таким образом, чтобы вы шли впереди, расставляли точки, и люди, которые идут сзади вас, помогали вам, то есть несли муку. Да, вот за мной рюкзак сзади с этой же самой мукой, да? То есть я помогаю, но самое важное, кто вас направляет. Хотите быть вы направляющим или вы пойдете за кем? Очень, конечно, жарко, безумно жарко. Фу, на голове жарко. Ну, приходится, потому что очень сильное солнце, я уже такая вся покраснела, потому что время час. Ребят, вот смотрите, на этом примере я просто хотела показать... Не взяла с собой палку селфи, ну ладно. Просто хотела показать немножко схему, как это происходит. Если мы с вами не готовы, пусть это новое что-то, пусть никто никогда не учил нас, ну, как бы реально готовиться к покупке, кто-то скажет, нафиг нам это надо, это мнение каждого, это нормально, я уважаю любое мнение. Но я знаю одно, если кто-то может на этом зарабатывать, почему нам не заработать на покупке своей собственной недвижимости, то есть не переплатить. Поэтому... Вывод такой. Я показала вам картинку. И хорошо, что у нас такая получилась. То есть мы прошли треть пути только сейчас. У нас впереди еще полтора часа прокладывания. То есть мы к этому готовимся. Да? В 4 часа придут люди, которые пойдут по маршруту, который мы проложили. А вас я приглашаю к себе в школу, да, в школу профессиональных покупателей, сам себе риэлтор. Не надо путать это с школой для продавцов, хотя и продавцов недвижимости тоже приглашаю, потому что вы много чего узнаете для себя и о своих потенциальных клиентов. То есть у нас вот такой вот клуб, разные предложения, то есть все мои координаты есть под этим видео. Поэтому буду ждать ваших комментариев, что вы по этому поводу думаете, как вы к этому относитесь. Естественно, ставьте лайки. Ой, ужас. Ужас какой. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, если хотите больше видео, больше интересного об Испании. Потрясающая страна, потрясающий мир. Ну и вообще жизнь прекрасная, удивительно. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. А мы пошли дальше. Мой компаньеру там не возвращается. Нет, еще... О, возвращается. Знаете, как я четко закончила. То есть все можно спланировать, все можно организовать, и все будет работать без лишнего напряга. Пока-пока. С вами была Оксана Майкова. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.